Мила, что вы там сегодня писали? Маша писала комплексную работу. По буквам в камеру скажи, пожалуйста. К-о-копельница. Копельница? Нет, копельница работа. Это на чтение надо было отвечать. Копельница? Нет. А у Викова? Неправильно. Ну ты скажи, я не понимаю. А ты не жуй. Ну хорошо, я слушаю тебя. Копельница. Это можно классный час, котельная работа. Копицная работа? Да. Копицная работа, что это такое? Это на вопрос надо отвечать. Это надо отвечать на вопросы. Да, на У нас появилась новая работа. Раньше были проверочные работы, контрольные, а сейчас еще появились копицные. Нет!